ну, никому, ни актерам, ну, тем более журналистам, искать мораль, как просто сформулированную какую-то мысль, ну, это не знаю. Может быть, это... Давайте оставим это в советском прошлом. Это художественное произведение, это... Какие бы оно формы не приобретало, большого сериала, кинокомедии, ну, сводить ее к какой-то морали, идее или теме, давайте это оставим в папке Корчагина и всей этой большой хорошей литературы, которую мы уже не проходим вот, на филфаке. Вот так, я сердито сказал. Очень. Ну, я точно. Это очень говнюки в фильме, между прочим. Живет сегодня Россия. Есть вопросы еще какие-то? Да, пожалуйста. Но это не то, что... Вопрос к эфиру.